Простите. Простите. Вот где ты берешь материал для своих кошмарных статей. Кошмарная реальность. Я всего лишь рассказчик. 71-й, 72-й, 74-й. Странно, 73-го нет. Вы давно здесь работаете? Слишком давно. Вы знаете что-нибудь о Стэнли Холле? Я не понимаю, о чем вы говорите. Там кто-нибудь умер? Пожалуйста. Нам очень нужно знать это. Поговорите с Векслером. Единственный выживший Уильям Векслер. Резня в Стэнли-Холле. 24 апреля 1973 года. Чтобы у меня сердце разорвалось. После 10 часов в здании должно быть ни души. И тебе тоже доброй ночи. Стойте, остановитесь. Что случилось? За мной гонится. Садись. Хорошо. Ты в порядке? Нет. У меня там есть куртка. Она тебя не укусит. Хорошо. Можете высадить меня прямо здесь. Что? Что ты делаешь? Пожалуйста, выпустите меня. Дверь не открывается изнутри. Прекрати. Да что с тобой? Чокнутые дети. Нет. Это он. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Скорее. Скорее, езжайте быстрей.